Друзья, здравствуйте! Рад приветствовать вас на моем канале. Сейчас ты смотришь 34-ю часть 3-го сезона прокачки с нуля в Escape from Tarkov без барахолки. В прошлой части мы выполнили целую гору квестов, а именно Картотека часть 2, Каратель часть 2, Шить не тужить часть 1 и часть 2, Кровь войны часть 2, Маршрутка, Секрет успеха, Борода не нужна, Витамины часть 1, Оружейник часть 3 и Свой человек. Так, друзья мои и подруги, зашел я на таможню, хочу добить сейчас карателя часть 3, а там осталось, по-моему, если я не ошибаюсь, 7 диких всего. Появились мы у заводской территории, поэтому пойдем, наверное, к стримерской. Честно, на то, что туда сейчас ребята убегут. Ребята убегут. Блин, а это ж у меня 5-й, 4-й. Давай заберем. Сможем мы там накидать диких, а я вот не помню. У меня с собой маркер. А зачем у меня с собой маркер? Так, трофей это решало. Витамины. Коллеги, тоже нет. Образцы, путевка. А, сектор, все вспомнил. Точно. Этот маркер я с собой взял на случай, если кто-то в общагах откроет печенку. Это, конечно, очень сильно повезет, если будет такой человек в этом рейде. Пока никого нигде не слышу. Ага, дикие есть. Что у нас здесь? Здесь тишина. Подниматься наверх я не буду. Не хочу тратить время на это. На заправке ребята воюют. Быстренько посмотрим, что здесь. Здесь надо быть еще аккуратным, ребят. Даже дикус отсюда, ребята, могут быть. Неизвестно, куда он ушел. Пистолетчик, точнее голый вообще, ребзя 10 уровня. Там по мне еще кто-то стрельнул. Давай внутрь зайдем, накидаемся, может как раз за это время туда еще кто-то прибежит. Это здесь у меня у дороги валят или что? Так, задачи. Каратель 6-3, 19. Не у какой дороги. Это у меня вот здесь вот. Снайпера не видно.
где-то вот здесь его слышу. Не понимаю. Вот здесь у цистерны или за забором? Где он? Лево где-то. Я что-то вообще не понимаю. Убил. Капец, снайпер по мне мазнул. Нормально, он меня услышал, прилег, так и лежит. Че, он сам был или нет? Походу сам. Интересно, я попаду в него или нет? О, попал. Что тут у нас? Второй уровень, понятно. Емка вот без глушителя что стреляла.
Попить заберем с собой. А это что за друг? А это он дикого так долго убивал, я понял. Тогда все понятно. Это получается, убил я двоих диких. Мне еще там целую кучу нужно убивать. Посмотрим сейчас на старой заправке, что там, как там. По стеклоочиститель. Термит. Где-то у меня справа стреляет. Вот это я бы такой сейчас бы, конечно, и к выходу пошел. Блин, ну добить же тоже хочется. Тут диких осталось. И за них сейчас топать. Потом еще третий раз сюда. Вообще как-то не хочется. Блин, 6 диких всего осталось. Ну давайте, наверное, буду сейчас двигать я все-таки по чуть-чуть к выходу. Ни в какую общагу никуда я заходить не буду. Вот, просто идем в сторону выхода, просматриваем диких. Надеюсь, мне удастся их сейчас пострелять. Если повезет, сейчас здесь кого-то приходим. Их здесь нету. Они есть. Шикарно. Двое даже. Ой. Там где-то за зданием еще один. Очень таки неплохо получается. И вот здесь где-то еще орал. Давайте-ка проверим. Еще один. Замечательно. Задача. Это сколько мне там остается? Каратель, часть 3. 3 диких всего. Блин, а где мои ребята все, которых я убивать-то должен? Вон трупик лежит. Кто-то шоркнулся. Или мне послышалось? Не послышалось. Я с собой хирургический набор не взял.
Молодец. Какой же я молодец. Давай закидываем обезбол. Подлечимся, лутаем его и будем топать отсюда. Сидит такой, блин, молодец. Именно чисто случайно услышал. Такой какой-то, знаете, такой шорт, как будто бы на месте кто-то где-то. Блин, это кто-то на ВСРФ. Ну зачем? Я же хотел там диких пострелять. Палевна, наверное, так. 14 уровень, ясно. Я еще думал, что он по мне не стреляет. Это тоже заберем. Ой, икру заберем. Кидали. Ля, миллион магазинов. Я полностью отличился, да? Да. Потопили, проверяй теперь ВСРФ. Там, правда, стрельба была. Я думаю, сейчас особо диких нету. Ну, блин, с поломанной ногой сейчас туда топать, на ту сторону. Как-то особого желания тоже нету. Блин, это делать задание хочется. Где-то он бежал, остановился. Вот здесь трупы. И вон дальше трупы. Слышь, а где кто тут бегал? Блин, это еще двоих надо. А здесь кто-то прошелся, их уже поубивал. Нормально. Еще одного минуснули. Вот это такой на челобота был похож. Может, он и есть? Или ЧВК? Челобот. Замечательно. Ой, слушай, у меня патронов не остается. Двигатель как раз один нужен.
Давай посмотрим дикого. Вот здесь вот. Не видно. Посмотрим еще раз в СРФ. Если на ВСРФ нету, то будем идти на перекресток. Вот так вот по чуть-чуть. Шкандыбая. Надо будет на следующий рейд не забыть положить хирургический набор. Может, повезет, и сейчас где-то за углом будет дикий стоять. Есть такие. Опа. Справа кто-то. Прямо. Все, отлично. Каратель часть 3 выполнен. Заходить наверх лутать я не буду, мне это абсолютно не нужно. Потопали к выходу. А то сейчас зайду еще там где-то сольюсь, не дай боже. Неплохо получилось. Карателя мы добили. ЧВКшников постреляли. Новичков, правда, но постреляли. И стеклоочиститель нашли. Это теперь мне даст возможность закрыть целых 2 квеста, хотя рассчитывал я всего на 1. То есть прогресс по квестикам пока не останавливается, медленно, но уверенно идет. Кто-то там валить кого собрался. Вон он, сука! А где там дикий? Чуть не увидел. А вот он. Все, потопали. Ну что, друзья, заходим с прапору, закрываем каратель часть 3, принимаем каратель часть 4, это на берег, да? А не, подожди, бить диких в лесу, используя дробовики, бить бойцов чувака на берегу, да, балаклава и жалеть дикого. Вот, вот это вот, конечно, самое такое веселое началось. Дальше, механик. Механик, садоводство, часть 4, чтобы не садоводство. Обратно провтыкал, куда это мне надо? Миротворцу сдать. А, путевка в санаторий, вот. Путевка в санаторий, часть 3. Тоже закрываем. Принимаем путевка в санаторий, часть 4. И противостояние. Это что такое? Бойцов ЧВК. Ага, на маяке 20. Понятненько. Но я думаю, сейчас мы будем все-таки дальше продолжать выполнять карателя. Также, друзья, мы же вынесли термит и вынесли двигатель. А это мне, точнее, двигатель, возможно, нет, но вот термит мне позволил улучшить верстак на 3 уровень. Заходим,
Вот наш верстачок, да, двигатель сюда не нужен, а термитик как раз будет в тему. Поэтому улучшаем верстак на 3 уровень. Тут наконец-то и убежечко у нас потихонечку улучшается. Так, мужики, зашел я, значит, таки в ночной лес. И появились это мы. Ага, появились мы у коттеджей. Мне здесь нужно убивать дикусов. Мне здесь нужно... С дробовика. Мне здесь нужно заложить кучу шмоток и кучу всего забрать. Короче, собственно говоря, поэтому я и пошел. Ладно, у меня там снаряги. Я и пошел им в ночной рейд. Потому что, во-первых, дробовик, с которого, ну, не совсем хорошо будет стреляться с ЧВКшниками, так как у меня хороших патронов нету. Ну и в-третьих, потому что не хочу потерять предметы, которые мне нужно закладывать. Вот, квестиков здесь у меня собралось очень много. Также бочки. А, блин, провтыкал. Надо же было еще взять маркер по секте, пометить. Ну, да ладно, это не такое серьезное, я ее все равно не выполню. Пока не попаду в меченку на таможне, поэтому нечего и особо спешить. Но главное не нарваться на типов с тепловизорами. Тихо. Как они меня убили? Да, ух ты, блин, у меня один этот был. Жгут, а мне хватит залечить? Я еще зашивалку с собой не взял. Ну хоть хватило залечиться, слышишь, я теперь без медицины. Почти. Вот это так нормальное начало. Где он сзади? Медицину сейчас что-то можно будет у этих ребят найти. Ты куда пошел? Звука вообще не было по дереву. Расстрельчик. Вот это мне тоже нужно. Мне бы еще дрель найти ручную. Так, еще ж там один, верно? Так, так. Дай мне жгут, пожалуйста, товарищ. Угу, спасибо. Печки у меня тоже особо не осталось. Там еще один труп валяется. Еще одного я сейчас добью. Ну, погнали, может, в доме что-то увидим. В доме только хаут. Давай заберем хоть хаутку. Попить тоже возьмем. А, это он там справа. Так, вот это мы оставим. Это израсходуем. А, их тут 4 даже. Нормально. Это... Прямо стреляет кто-то. Вон он! Я не понял, кто это стрелял только что, если честно. Опа. Один у меня, по-моему, сзади дикий. Давайте сразу его обнаружим. И один коттеджа напротив.
Да не, сзади нету, походу. Ты куда пошел? Блин, у меня тяжелый кровотек, у меня нету жгута. Шикарно. Давай проверять их. Если не будет жгута, то все, наигрались. Можно будет, конечно, на машине попытаться уехать. Серьезно? Опа, вот это может быть. Да. Фонарь на машину. У меня здесь еще один дикий есть. Может, мне повезет и у него что-то будет. Пацаны, окружаем его! Шалава! Блин, он внутри. Дайте, пожалуйста, жгут, ребята. Да что, серьезно, ну ё-моё. Не, это просто издевательство какое-то. Ужас. Все, я сдох. У меня голова отпала. Ну давайте хоть дальше отбежим. Где нас, возможно, не найдут. Отбежали подальше, блин, слышишь, ЧВКшников сколько пережили. А дикие нас, короче, просто запрессовали без медицины. Вот это, конечно, таки прикол. Так, друзья, вот у нас второй рейд. В лес. Потерял и все свои предметы, которые я не хотел терять. Осталась только у меня зеленая балаклава. Но я как чувствовал подвох, и что все не будет так хорошо, как мне хотелось бы. Поэтому я их застраховал. И я надеюсь, то, что они мне вернутся, их никто не залутает. И я потом просто в следующий раз этот квестик доделаю. Но это не отменяет того, что мне там еще нужно собрать плюс 100-500 разных предметов на этой локации. По лендлизу 2 еще мне нужно забрать. Бочки нужно пометить. Также нужно письмо забрать во времянках. И образец крови тоже нужно забрать. Выход на окраинах. Поэтому я сейчас пойду, наверное, в сторону ЗБ-16, туда, к МЧСке. Выполню с той стороны квестики. А потом буду сюда идти. Диких мне осталось настрелять всего 3 штучки. Поэтому, думаю, с этим-то проблем у меня не будет. Давайте посмотрим что-нибудь интересное. Может, дрель получится взять. Да, шланг не нужен. И сколько предметов полезных потеряли в прошлом рейде. Обидно, конечно. Обидно. Ну тоже, вот, сколько я 7 диких настрелял, и прикиньте, ни у одного дикого нету жгута. Это вообще просто трэш. Обычно ты этих диких лутаешь, там жгут, потом бинтик, вот такое, короче, вот. По поводу медицины, у них ну, что-то долежит. Более в таком количестве, а тут вообще что-то нету, ничего. Открутили специально, чтобы я слился. Наверное, так.
Если тебе повезет, диких прямо здесь настреляем. Если они здесь нас спавнились. Ага, есть один. Отлично. Драгоценностей не вижу. Там где один дикий, там может быть еще один, верно? Посмотрим драгоценности. Увидел меня. Где же он потерял? Опа. Первый, второй, там слева третий. Замечательно. Второй. И под берегом третий ходил. Ножи тоже собираем. Он сам сюда подошел. Блин, так, конечно, зажимом стрелять. Ну как зажимом, быстрым прокликом. Вообще не вариант. Так, все, диких настреляли, теперь можно сосредоточиться просто на выполнении нашего задания. А, кстати, аж ножи еще нужно насобирать. Тоже немаловажный момент. Где тут еще один товарищ? О, замечательно. Все, идем, помещаем бочки. Забираем образец крови и топаем на выход. А еще можно будет по пути забежать во времяночки. Но это по обстоятельствам посмотрим, как там вообще дела будут обстоять. Будет там война, не будет. Подойдем аккуратненько, посмотрим. Там видно будет. Так, друзья, подбегаем к первым бочкам на нашем пути. Кидаем маркер. Раньше здесь ящики с инструментами как-то не появлялись. Похоже, уже здесь кто-то был. Если здесь пусто, то точно были, да? Какой-то ЧВК здесь уже, похоже, пробежался. Это вот похоже его. Почти на нашем пути. Надеюсь, я там с ним вообще никак пересекаться не буду. Сейчас только подбегу к бочкам, кину на них маркер и пойду в сторону озера. Надеюсь, он также не будет сюда отбегать.
Что-то он там долго. Видимо, тоже диких наспавнило. Вот вторые бочки. А это где только что прямо передо мной выстрел? Так, ну судя по выстрелам, там какой-то новичок, либо просто голый тип. Вряд ли в лесу фламигасом кто-то стрелял. Точнее, не с фламигасом, просто без глушителя. Чем угодно, но не глушенное. В основном все с глушаками бегают. Это кто? Это ЧВК был? Или отступник какой-то? Что это вообще за прикол? Я что-то не понял. А ну прогружайся, мне аж как-то интересно. А, ЧВКшник. Голова, глаза. Там еще сзади, кстати, подбегал. Так, друзья, что так началась наша полоса неудач? Начали мы сливаться. Меня что-то это начинает уже чуточку поднапрягать. Появились мы, кстати, очень таки неплохо. Сейчас пойду сразу кину маркерочек. Оттуда сразу побегу к лесопилке. Попытаюсь хапануть письмо, побежать забрать образец крови и слинять отсюда. Это уже на бункере воюет. Ну, два раза зайти в лес на карту, которую я называю самой легкой. Вот, и два раза слиться. Это, конечно, сильно. Это сильно. Ладно, еще второй раз от ЧВКшника, а первый раз вообще от дикого. Это вообще ужас и кошмар. Так, что у нас тут сейчас? Никто бежать не будет сюда. С окраин же сейчас могут лететь ребята. Нужно быть внимательным. Вот здесь у камня у меня находятся третьи бочки. Последние. Вроде никого не видно. Нужно будет еще как-то 100-метровочку поделать. Взять болтовочку в руки. Вроде никто не лежит. Видели? Вот так вот и делаешь задание. Походу сам был. Это походу новичок какой-то, да. Четвертый уровень. Эх, извиняй, дружище. Теперь ВПО. Давай скинем его. Оружие, бронь.
Магазины. Разгрузку такое он еще сможет найти. Это не знаю, страховал он или нет. Теперь бежим к лесопилке. Блин, а там как раз стрельба по области. У нас там туман будет прикрывать, поэтому... Дикус. Не помню, патроны докидал, сейчас надо проверить. Блин, если бы вот эти два рейда выжил, жеп-ножи, наверное, все себе собрал. Надо патронов докидать. А, так докинут. Я что-то провтыкал этот момент. Стрельба закончилась. Да, закончилась, только сказал. Сейчас нужно немного левее отойти, посмотреть на свои цветки. Никто не сидит. А после уже ближе к ней подходить, чтобы меня не услышали. Потому что если там кто-то сидит, мне что отсюда видно их очень хорошо. Вроде никого. Блин, а у меня ж ленд-лиз еще, ё-моё. Че я пробежал мимо КПП и не забрал? Где-то вот, вот здесь. По-моему, входит. На него дикий согрелся. Надо его бы теперь аккуратненько обойти. Уходит. И где он?
Вот здесь услышал. И есть. Ты же серьезно, он мне накидал. Брони нет. Давай, лечись. Сейчас еще кашлять начнет. Надеюсь, у него там броня еще живая. Ой, блин, как же так задание-то делать? Ё-моё. ЧВК на ЧВК. Вот и у меня уже аптеки нету почти. Это, надеюсь, у него сейчас что-то найдем. Он тут СВД. СВДшит, значит. Ой-ой-ой. У него тут Хагрид. 6-й уровень. Брони. А сам он 15-й. Где он его взял, интересно? Он, наверное, ЧВК какого-то убил. Кстати, очень крепко повезло. Не знаю, как он меня не слил. Куча медицины. Давай спиральку спрячем. Блин, еще ногу надо пришить. Еще нога осталась. С помощью СПС-ки теперь там можно и поснайперить. Теперь, если что, нам ребята сдалека-то не особо опасны. Так. Закидываем магазин. А мне только интересно по поводу его прицела на снайперке. Он, по-моему, так себе. Сильно большая кратность или нет? А, 8-1, отлично. Да, в лесу это, конечно, 6-м броником бегать, это так. Мне вот интересно, куда я его убил? Шлем целый, бронь целая. Куда это я ему накидал-то? А здесь ничего интересного. Возвращаемся под суицидку. Оттуда просмотрим полностью лесопилку. Насколько это нам позиция позволит. И будем по чуть-чуть опускаться вниз. Вроде в округе никого не вижу.
Это не тот дикий, который в него стрелял. О, респиратор. Это вообще челобот, походу, какой-то. Вот это все буду теперь забирать. ЧВК. Это же нормальная здесь движуха была. Так-то никого не видно. Вот эти нужно еще кусты посмотреть, которые над времянками. Там ребята довольно часто сидят. Вот вот эти вот. Да не, нету никого. Давайте еще отсюда посмотрим. Еще труп. Тишина, не осталось никого. Вроде нету. Еще ЧВКшник был. Уже разлутали. СВД. А, стоп, это у меня не СВД, это ПСКС. Можно ПСки себе забрать. Слышишь? Давай, наверное, я полностью магазины заберу. Мне что, вот-вот и карателя этого выполнять. Нужно вообще вот так вот сделать. Раз, два, три. Также я надеюсь на то, что там сейчас никто нигде не сидит. Вроде никого. Есть. Кто его откуда убил?
Это, наверное, этого типа убил вот этот, который в кустах лежит, я так думаю. А. Я понял. Халявы, короче, не существует. Блин, ну я знал же, что так может быть. Ну, блин, лег, слышу, никто не стреляет. По мне лежу такой нормальный, лутаюсь. Голова, теменная часть сверху. По-любому на этом сидит М62 трассер. На снайперской скоре, скорее всего. Так, мы-то слились. А квестик... Все равно Кров войны часть 3 выполнили. Не все так печально, как могло бы быть. Если бы, конечно, не пожадничал, то выполнили бы достаточно, ну, на порядок больше квестов, но что-то по чуть-чуть доделаем. А сейчас, пожалуй, наверное, что там у меня по карателю часть 4. Ну, ножи это, само собой понятно, убить бойцов ЧВК на берегу в балаклаве и жилете дикого. А вот это сейчас, наверное, будем пытаться выполнять на берегу. Так, друзья, с лесом, как я уже и сказал, я немного приостановился. Решил пойти на берег, дальше продолжать выполнять карателя. У меня это задание в приоритете, поэтому будем выполнять его. Я взял М-ку. Здесь у меня просто есть 60-ника. Из-за того, что я в жилете дикого, я особо... Тебе ничего не всуну. Патронов, а 2 магазина на 30 патронов иногда может быть мало. А здесь у меня, считай, 3 магазина. Бежим сейчас на пути, наверное, к... на пути к лазурке. Там сейчас будем принимать какие-то решения. Может, там повоюем его. Можно будет, кстати, попытаться взять потом болтовочку. И повыполнять 100-метровочку. На третьем не вижу. На втором тоже вроде нет. Никого нету. Странно. Очень странно. Так, 221. 218. А, вот 219. Чудой. Теперь квестик ностальгия. Все, и это есть. Осталось забежать в восточку, посмотреть генераторы. Можно будет топать к выходу. Б
Блин, что ж это такое? Кто-то мне так наяривает. Один ЧВК есть. Капец, я на него патронов потратил. Надо теперь закидываться. Что, давай заберем. Блин, трупер бы тоже забрать. Интересно, что он с болтовкой здесь лазил по санаторию. Блин, как же долго же эти десятник закидывается, это просто жесть. Я еще и походу его почти полностью выстрелил. 54 патрона выкинул. Но каратель часть 4. Ой, что? Один из 10 у меня есть. Здесь никого не слышно. У нас у вас точки есть кто-то? У вас точку не слышу. Есть. Пошел. Нормально. Он мимо меня прошел. Там еще где-то вдали. Вот уже двое по заданию. А тем временем патроны у меня заканчиваются. А тем временем патроны подходят к концу. Не зря шестидесятник взял. Вот меня вывозят уже второй раз. Если еще получится пережить того, кто вдали, вообще будет идеально. Где его магазина? Меньше половины. Ну что, давай закидываемся и погнали этих смотреть.
валим! В стороны! Одни у входа стоят, и один на втором этаже. На лестнице. Он же пробежал. Какие-то киберспортсмены. Ждем их здесь. Откуда? Он, походу, чуть вдали стоял. Ё-моё. Вот это я, конечно, чуточку провтыкал. А мне что-то казалось по звукам, то, что он у меня слева. Эх, ТВшник какой-то. Ну, что, двоих-то мы убили. Прогресс пошел и на том хорошо. На этом, пожалуй, буду заканчивать это видео. Всем спасибо за внимание. Тот, кто еще не подписан и не поставил лайкосик, просьба подписаться, лупить лайкосик. Всем спасибо за внимание и всем пока.